Владивосток, 15 сентября 2024 года. Время сейчас без 15:12. Утром уже прохладно. Люди в куртках уже сегодня и вчера. Вчера вообще был дождь. Сегодня солнышко. Здесь скверик. Местные жители здесь отдыхают. Теннис играют в какой-то... Почему-то ракетками играют в теннис. Маленькими. Ну, от настольного тенниса. Ракетки. А мячик... А мячик такой обычный теннисный. Вот. Пацанчик с папой. Или с дедушкой даже. Такой здесь сквер. Лестница наверх. Такой здесь дом. Там детская площадка. Машины, конечно, припаркованы везде. Такой дом. Ветерок дует. Ну, утром вот прохладно, потом вроде солнце встало и стало теплей. Здесь подъемчик такой. А там наверху видовая там. Давай на горного парка. Ковальчука 9Б. Что здесь? Непонятно. Вон там наверху. Видовая Нагорного парка. Гаражи там железные. Вроде частный сектор еще.
Так, там лестница впереди наверх пошла. Здесь что-то строится. Наверное, жилые вот эти дома какие-то. Здесь домики такие. Так, это у нас Ковальчука 15А. Вот это вот. Такой домик. Здесь деревянные резные элементы на окнах. Ну и лестница наверх пошла. Тут вот такие вот домики. О, а там видны пилоны моста на Русский остров. Детская площадка там у людей. Ну и дорога куда-то туда пошла. Лестница. Поднявшись по этой лестнице, здесь вот такой вот дом. Автомобили припаркованы, конечно же, везде. Здесь детский сад, похоже. Огороженная территория. Такие дома. Здесь улица Тунгусская, 26А. Такие домики здесь. Детская площадка, сцена небольшая. Там даже есть спортивная небольшая площадка, брусья. С этой точки виден мост на Русский остров. Там монастырская сопка. Что там в дворике?
тоже дорога проходит вдоль дома. Улица Тунгусская, что-то номер дома стерт как-то. Дорога проходит сверху. Так, здесь, похоже, ничего такого нет. Просто двор, стоянка. Старые почтовые ящики. Так, там лестница. Должна быть лестница наверх вообще. Лестница и дорога. А должна быть еще лестница туда наверх. Вот где она, в какой она стороне? Не знаю. Какой же она стороне, эта лестница? Или вот дорога есть, но когда, куда она ведет? Вот. Куда она ведет, та дорога? Там вон люди ходят. Здесь еще выше дорога есть. Пойду я туда посмотрю. Ну, вообще должна быть лестница наверх. Вот здесь дорога, куда-то она ведет. Куда-то она ведет. Вон наверх. Здесь такие домики. Дорога туда наверх пошла. А это у нас адрес какой здесь? Интересно. Улица Тунгусская, 23. Здесь. Так. Так, ну все-таки по этой дороге наверх. Куда она идет? Ну, конечно, здесь дорога не сделана. Жильцы тут, видимо, вот видите, гравием отсыпали для себя заезд к дому. Ну, строятся люди здесь, видно. Еще здесь уже живут. Дорога наверх. Вон, видите, какой здесь вид открывается с этой точки. А нет. Короче, наверх. Наверх, наверх.
О, здесь печка дымит. Здесь, оказывается, строительство идет. Здесь может и не пройти, да? Сейчас посмотрим. Можно ли здесь пройти куда-нибудь? Здесь строительство идет. Чего-то. Ой. Строительство. Ой, там тупик. Здесь вот лестница. А там территория, наверное, частная. И как же пройти-то? Какой-то трактор стоит. Техника такая вот гусеничная. В общем, здесь люди строятся. Там он виден, мост через бухту Золотой Рог. Там он строитель. В общем, здесь стройка идет, а я забрел. Наверное, какая третья или четвертая очередь Нагорного парка здесь строится. Вон техника работает, всякие земляные работы. Вон как здесь дорога куда-то наверх пошла. В общем, такие виды здесь. Но здесь идет строительство. Я зашел не туда. Ага. Здесь мне сказали работяги мужики. Калитка есть. О, со служебного входа я захожу. Вон здесь строительство. Калиточка. Секретная калиточка здесь находится. Вот такими путями я забрался на видовую Нагорного парка. Люди гуляют, фотографируются.
Красота. Thank you.